Ходи, Федорович. Сейчас. О. Сюда, да? Сядь! Ходи. А мы, Федорович? А мы вот так. А я вот так пойду. А мы... Постойте, Федорович. Тихо. Ты ж так дамку потеряешь. Ты подумай. Скалотина надоел. Сядь. Федорович, подумай. Ходи. Ну и что ты будешь делать без ферзя? Так. Шах. Ну, это ерунда, это мы уйдем. А мы, Федорович? А мы мат. Как мат? Вот так. Погоди. Федорович, ребят, погоди, вот так. Участников акции стандартное. Погашение 10-месячной задолженности по зарплате. Последней каплей, переполнившей чашу шоферского терпения, стала путаница, возникшая из-за частичных выплат. Рабочие окончательно сбиты с толку получками за... Около 200 сотрудников правоохранительных органов Дагестана и 5 боевых вертолетов участвуют в широкомасштабной операции по ликвидации бандитской группы, совершившей сегодня вооруженную. Ты отказал мне 2 раза, не хочу, сказала ты. Ну что, орлы, водичка есть, травка есть, солнышко светит. Живи, не тужи, ребят. Когда берешь? Скоро. Ждем-с. Чё за тачка? 525-й биммер. Какой цвет? Зулуны. И сколько? С растаможкой 20. Ну, даром. Нормально. Надо нам как-нибудь выездную среду организовать. В такую тачку тёлки на ходу прыгать будут. А? А сегодняшняя среда значит облом-с. Почему облом? Смотри, какая мартышка пляшет. Где? Да это Катька Афонина, мы с ней в одной школе учились. Не даст. Ну? Не даст, отнимем. Зови. Да нет, подождите, поехали лучше в центр, там девок снимем. Зови. Трудно, что ли? Катя! Катя, подожди секундочку, я сейчас спущусь. Игорь, пойдем со мной. Игорь, пойдем, как ребенок маленький, без меня ни шаг. Привет, Катюш. Катенька, понимаешь? Здравствуйте. Простите, Катерина. Что у вас случилось? Сергеевна. Да. Катерина Сергеевна, меня, кстати, зовут Игорь, очень приятно. Да. Позвольте. Прекрасно. А можно еще раз? Катерина Сергеевна, понимаете, дело в том, что, видите, это вот... Тонко интеллигентное лицо. Да. Наш друг Боря Чуханов. Настоящий герой. Герой капиталистического очень труда. Очень похож. Екатерина Сергеевна, случилось непоправимое. Да. Дело в том, что у него сегодня день рождения. И никто, даже любимая девушка, с которой он дружил с 1-го класса, не пришла и не поздравила его. Да? А я чем могу помочь? Всего лишь глоток холодного шампанского и немного женского тепла спасут душу новорожденного. Нет, я не могу, я очень тороплюсь. Екатерина Сергеевна, мы вас умоляем. Меня ждет 5 девушка. Минут, Катюша. Мне надо домой. Вы хотите, чтобы мы встали на колени? Ну-ка. Нет. Ну, Катя. Нет, не встанем. Сумасшедшие, ну, Катюша. Пойдете, тогда встанем. Ну? Идем? Ну, ну, идем. 5 минут. Бобби! Сумочку давайте сюда повесим, никто ее не съест. Вас тоже никто не съест. Вот скромная хижина нашего друга. О, да. Живем просто, но со вкусом. Налево. А вот и мы. Здрасте. Здравствуйте. Проходите.
Как зовут красоту? Катя. Катерина Сергеевна, прошу к нашему шалашу. Ну-ка, подай-ка бутылочку. Ок. Ребята, только давайте сразу договоримся. 5 минут. Хорошо. На каждого. Он имел в виду 15 минут в сумме. Это мне? Угу. Да вы что? Здесь его бокал. Нет, я не могу. Посмотреть на бутылку. Нет, я не могу. Не обижайте хозяина. Так, шампанское в бокалах. Шампанское только у меня. А гусары пьют текилу. А что это? Текила – это мексиканская водка. Из кактуса. Значит, это водка мексиканский гусар. Запитаем хоботок. Это значит, давайте выпьем. Я буду переводить с чухонского на русский. А теперь тост. Я не умею. Екатерина Сергеевна, подарите нам какой-нибудь красивый душевный тост. За все хорошее. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, еще. Горько. А теперь горько. У вас, кажется, день рождения, а не свадьба. У кого день рождения? Что тормоз-то, а? А, у меня день рождения. Запарился? Это значит, утомился, устал. Катюш, спой что-нибудь. А что, Екатерина Сергеевна еще и поет? Екатерина Сергеевна, она учится в музыкальном училище. Да вы что, и на каком же факультете? На дирижерском. На дирижерском? У вас, наверное, еще и палочка имеется дирижерская. Обязательно. Екатерина Сергеевна, вы мне ее покажете? Я тебе свою палочку покажу. Очень смешно. Ну, человек бизнеса и воспитание соответствующее. Катюш, ну спой. Спойте что-нибудь я душевное. Не знаю, для, что... для новорожденного. Катюш, ну пожалуйста. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Браво. 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 Так, за здоровье именинника. И пусть у него будет столько болезней, сколько останется капель в этом бокале. Мне это много. Ну, за здоровье. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Пей до дна. Пей до дна, 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 пей до дна. Какой горький. Потому что настоящий. Новый свет. Я пойду. Куда? Катюш. Нет, я пойду. Ну. Что-то мне нехорошо. Торкнуло. Торкнуло. Это значит, шампусик ударил в голову. Такое бывает. Мне пора, Вадим. Ну хорошо, я провожу. Сидеть. Мне пора. Это сейчас пройдет, Екатерина Сергеевна. Мне дедушка. Ну не расстраивайте коллектив. Все, ребята. Ну, Екатерина Сергеевна, ну не разрушайте компанию. Дед будет волноваться. Не будет. Остановись мгновение, ты прекрасна. Мы же договаривались. Договаривались? Вы же не видели нашего стального друга. Что это? Это садомазохистский станок. Модель 3001. Каждое утро наш герой садится в это кресло и истязает себя. Готовится к новым боям. Ведь бизнес — это поле боя. Их же отстреливают, как зайцев. Типун тебе на язык, придурок. Ой. Катерина Сергеевна, а где вы живете? Вот в этом доме. В каком? Вот в этом. А, вижу. Только подъезд с той стороны. А? Мне пора. Ага. Пропустите. Что вы на меня так смотрите? Любуемся. Мы вами любуемся. Пропустите! Мы тебе еще библиотеку не показали. И комнату для утех. Прошу, будуар, графиня. Ну, пошла! Ребята, вы что? Что? Тихо. Ну что тихо, вы? Тихо, да приди в себя. Спокойно. Кири. Ребят, пошутили и хватит. Вадим, скажи. Остынь, расслабься. Постарайся получить удовольствие. Ребят, вы с ума сошли? Да, мы сошли с ума. Согласитесь, Екатерина Сергеевна, трудно не сойти с ума, глядя на такую кисочку. Ау! 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 Я закричу. Кричите, Екатерина Сергеевна. Сама разденешься или помочь?
Да ладно, тихо. Тихо. Слушай, подонок. Слышь, ну давай быстрее, ну. Сейчас могу такая книга, быстрее закончим. Быстрее домой пойдешь, к бабушке, дедушке. Я тебя приговорю сейчас. Сволочь! Отпусти! Смотри, ты не ломай кайф. Сука! Сейчас тебе будет немножко больно. Ну что, трудно быть первопроходцем? Еще пойдешь? Не-а. Какая среда получилась? Еще придешь? И мы без этих... Ничего. Ничего. Я это стерплю. Я много чего стерплю ради... Слышь ты! Романтик, вторая смена пришла. Хорош пыхтеть, вставай, мы уж весь фильм посмотрели. Может, разбежимся? Забздел? Да нет, соседка все-таки. Кто у него родители? Не знаю, она с дедом живет, пенсионер. Какие проблемы тогда? Иди приберись лучше. Катрин, не устояли? Ну не виноваты мы, что в эту среду высшие силы послали нам такое прекрасное создание, как ты. Боже, какая гадость. Катрин, мы все поправим, не плачь. Катюнь, а выходи за меня, а? А что? Давай... Давай завтра. Сегодня тебе отдохнуть. Завтра встретим. Ты дерьмо! Дерьмо. Хорошо. Хорошо. Знаешь что, мы тебя тут помяли немножко. Так что ты купи себе чего-нибудь. Ладно? Позвольте. Прошу, мадам. Дойдет? Куда денется? Дойдет, отмоется. Ты денег дал? Полтинник, Горюнов. Йо! Дела. Ух ты! Руки! А. Ну, варюга! Катерина, это ты? Боже мой. Катя, Катя, что случилось, а? Что? Что стряслось? Катенька, внученька, да, дорогая, ну скажи мне, где ты была? Кто тебя обидел? Ну, ну не молчи. Ну расскажи, что... Кто? Вадим. Какой Вадим? Пошутил с приятелями. Что? Не один? Трое. Где? В соседнем доме, там друг его живет. Это что, торгаш, что ли? Да. А зачем ты к ним пошла? Помогили, сказали, день рождения. Пойдем, пойдем, Катенька. Пойдем, моя хорошая, пойдем, моя дорогая, моя родная. Ничего. Ты
Ты куда? Катя, только без глупостей. Тебя можно оставить одну? Катя, открой дверь. Открой дверь! Федор, ты куда? Лёшка, беда, Лёша. Беда, дорогой. Ну-ка, пойдем. Беда у нас. Что случилось? Помогай, Леша. Уйди в дом. Катю. Что Катю? Катю изнасиловали. Кто это сделал? Этот торгаш с высотки. Чуханов? И с ним двое друзей. Смотри, праздник у них. Музыка играет, как будто ничего не случилось. Что это теперь положено у нас так? Где Катя? Дома, в ванной. Это плохо. Почему плохо? Улики она смывает, Иван Федорович. Какие улики? Обыкновенные, ты что, не понимаешь? На экспертизу ей сейчас надо. Документ будет, доказательство, совсем другой разговор начнется. Что же, она будет носить себе эту... Ладно, разберемся. Значит так, слушай меня внимательно. Так. Сейчас идешь домой. Из дома никуда не выходить, Катю никуда не выпускать. Как только выйдет из ванной, пускай садится и пишет заявление, понял? Какое заявление, Лешка? Жива бы осталась. Ну нельзя же так, Иван Федорович. Гады они, они не только ее, они меня изнасиловали. Гад. Иди, Катя. Давай домой. Сволочь. Значит так. Входим, сразу разгоняем всех по разным комнатам. Сколько их? Трое. И еще. При малейшем сопротивлении забирательстве по морде. Нет. По морде отставить. Наручники. До всех вопросов. Человек в наручниках уже не человек. Все, пошли. Подожди, иди сюда. Это? Угу. Автомат дай. Пацан, ты куда воду льешь? У меня потолок сейчас рухнет, я неделю назад ремонт сделал! Не открывай, придурок! На пол! На пол! Ну ты что, оборзел? Еще шаг и в голове скворечник! Я больно... Вы что делаете? Из какого вы отделения? Мне надо позвонить. Куда? Вон, телефон уже греется. Спасибо. Адвокат тебе не нужен? Нужен. Прапорщик? Я. Лучшего адвоката? Есть. Кино насмотрелся? Хорошо. Сейчас тебе зачитаю твои права. Поступило заявление, что в этой квартире совершено особо опасное преступление, групповое изнасилование. Статья 131 УК РСФСР. Лишение свободы до 10 лет. Мало! Я бы кастрировал. В данное время потерпевший дает показания. Кто, кроме тебя, участвовал в групповухе? Кто организатор? Ты все затеял, да? Почему именно я? Рожа у тебя подходящая. А если не ты, то кто? Тот? Длинный? Неужели вы думаете, что мы... Это тебе надо думать. И запомни, чистуха зачтется в суде. Все, старший лейтенант, составляй протокол чистосердечного признания. Один из насилия не сознался. Я не сознался. Я все было по согласию. Товарищ капитан, посуда разбита. У одного морда поцарапана. И вот, ванной нашел. Это что? Это тоже по согласию? По согласию? Хватит, пиши протокол. Я не буду подписывать никакого протокола. Что? Я не буду подписывать никакого протокола. Старший лейтенант, вы слышали? Задержанный оказывает сопротивление. Вижу, товарищ капитан. Готов написать рапорт. Ты слышал? Теперь подпишешь? Нет. А вы за это получите. Ты какой злоб. Все равно получите за это. Ты какой свирепый. Все равно получите. Псих какой-то. Да это тот самый маньяк, которого мы целый год ловим. Глянь в окно, лейтенант. Зачем? Полнолуние. Эти психи при полной луне выходят на охоту. Ты читал ориентировку на маньяка, который жрет отрезанные женские груди? Читал. Вот он, перед тобой.
Он ест отрезанные груди сырыми, а кровь течет у него по подбородку. Глянь на его подбородок. Он весь в кровище. Ничего вы ей не отрезали. Не отрезали? Да. Только трахали? Да. Только трахали? Да. Пиши протокол. Так, один уже сознался, дал показания, протокол подписал. А ты? А чё я? Сознаешься? В чем? В изнасиловании. Слышь, капитан, что-то я не понимаю, ты о чем говоришь? Зачем так, капитан? А как? Можно же договориться. Ха, новые русские. Без договора нет разговора. Все покупается, все продается. Надежда и опора новой России, да? Почему бы и нет? Так, этот у них главарь, организатор и главная сексуальная сила. Пиши, старшой. Я ни в чем сознаваться не буду. Я тебе такое устрою, сучонок. Ты не то, что в этом сознаешься. Убийство принцессы Дианы на себя возьмешь, понял? Я ничего не подпишу. Не подпишешь? Не. И не надо. Степанов! Я! Ко мне! Этого прямо в изолятор. Есть. В камеру к уголовникам на сутки. И рассказать им, что эта мразь сделала с ребенком. Знаешь, что там делают с такими, кто попадается на изнасилование? Сначала придушивают полотенцем, чтобы не сопротивлялся, чтобы тело приобрело нужную мягкость и женственность. Потом задница у тебя, прям скажем, бабья, для уголовничка просто подарок. А на утро передадут в другую камеру, выменяют на пару бутылок водки. Че, ты серьезно? И главное, по закону. И по справедливости. Пойду. Посмотрю, как там твой дружок мучается на крючке у правосудия. Встать! Товарищ капитан! Товарищ капитан! Слушаю. Так же нельзя, надо разобраться. А, ты решил заговорить. Ага. Хорошо. Сейчас запишем твои показания, сверим с показаниями остальных членов банды. Да какой банды, блин? Собрались пацаны, выпили немного. Девочку насиловали! Понимаете? Я задал вопрос, а ты, мразь поганая, сучий потрох, обязан на него отвечать или через полчаса будешь в камере? Я не отказываюсь! Я задал вопрос, было? Ну, было. Все трое? Да! Кто первый? Понимаете? Повторяю вопрос, кто первый? Ну, пацаны сказали, иди ты. И ты пошел? Пришлось. Бедный, как же ты страдал. Точно, главарь, за паровоза пойдет. Сколько ты весишь? Чего? Повторяю для особо одаренных, твой вес в килограммах. Килограмм 100. Ясно, центнер. Представляешь, что делал на ребенке этот вонючий центнер с яйцами? Она, между прочим, была уже... Вот паскуда, это ты про Катю? Она на моих глазах выросла. Там просто вся в крови. Я ее маленькую на руках нянчил. Это чья кровь? Ее? Я не гинеколог, капитан. Ты им станешь. Я тебе обещаю. Петух бройлерный. Пиши частуху. Понимаете, это какое-то странное стечение обстоятельств. Здравствуйте. Студент. Студент. Что изучаем? Изучаем структурную лингвистику. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Так точно, товарищ капитан. Что смотрим? Да всякое смотрим. Жеребец. Эта кассета не моя. Сексоповал. Интеллигенция. Элита. Сидеть прилично. В каком смысле? Сидеть прилично! Мне кажется, что... Что тебе кажется? Мне кажется, что... Товарищ капитан, сначала нужно разобраться. Дело в том, что... Дело в том, что твои сраные подельники уже дали показания, уже подписали протоколы, и из них следует, что главный преступник ты, ты, пидор позорный, ты заволок девчонку в квартиру, и ты все это задел. Почему я... Товарищ капитан. Ох, вы за это ответите. Конечно, отвечу. Я тебе письмо напишу. Но что у вас здесь произошло? Групповое изнасилование. Задержали банду. Сколько их? Трое. Кто такие? Хозяин квартиры Борис Чуханов. Бизнесмен, палатки на рынке держит. Участковый Подберезкин. Второй Игорь Зворыгин. Студент. И третий Вадим Пашутин. Познакомимся. Пашутин Николай Петрович. Капитан Кашаев. Знакомы мы с вами, Николай Петрович? Вы меня в прошлом году в управление вызывали, песочили за низкую раскрываемость. Ну и что, сознались они? Так точно. Составлены протоколы, задержанные подписали. Быстро работаете. Учли критику. А вы-то как узнали? Догадались? Да нет, соседи позвонили. Они знают моего кретина. Вы здесь столько шума наделали. Пьяные, наглые, хамили, угрожали, деньги предлагали. Абсолютно уверены в своей безнаказанности. Дерзите, дерзите. Виноват. Капитан. Да ладно. Что намерены делать? Доставим в отделение по территориальности. Ну, если я вас попрошу доставить их в управление? Дадите команду, повезу в управление. А если вас просто попрошу?
Это от вас зависит, капитан. У вас есть дети? Да. Двое. Девочки 8 лет и 15. Товарищ капитан, виноват. Выяснилось еще одно обстоятельство. Какое? У них здесь каждую среду происходит нечто подобное. Что значит нечто подобное? Вы что хотите сказать, что каждую среду они кого-то насилуют? В той или иной степени. Говорите яснее. Задержанный Пашутин сознался, соседи подтверждают. Среда у них был женский день. То есть мужики собираются, устраивают банный день. А у этой троицы был женский день. День сексуальных утех. Показания получены? Так точно. Понятые? Все в порядке, товарищ капитан. Встать! Ну что, сынок, повеселился? Получил удовольствие. Да это вешалка. Это Катя вешалка. Вообще-то, избивать задержанных, товарищ полковник, не положено даже в воспитательных целях. Потом синяки, жалобы, проблемы. Отдай мне его, капитан, сильнее не накажешь. Берите. Ну-ка, только дайте мне письменное указание. Какое указание? Я такой-то забираю насильника Вадима Пашутина для содержания под домашним арестом. Число, подпись. Ты не прав. Ты не прав, капитан. А вы правы? И я постараюсь тебе это доказать. Постараюсь. Куда мы их везем? Только не домой, умоляю. Он меня убьет. Если бы я был в этом уверен, я бы тебя лично отвел к родителю. Так куда? В отделение, в камеру. Капитан, может, все-таки в управление? Да. И через полчаса он их вытащит оттуда в камеру. Катя? Доброе утро. Не могу. Даже в зеркало смотреть противно. А ты знаешь, я сейчас вспомнил, у нас на третьем этаже врачиха живет. Очень хороший врачих. Всегда здоровается. Не надо. Все придется рассказать ей. Да не надо ничего рассказывать. И так весь двор знает. Весь двор знает? Ну, милиция-то приезжала. Деда, это что, мне теперь на улицу выйти нельзя? Это почему? Так пальцами будут показывать. Пусть покажут, я им пальцы-то подкручиваю. Что там? Не волнуйтесь, Иван Федорович, все не так уж и плохо. Но все-таки плохо. А что же вы хотели? Такой ситуации хорошо не бывает. Ты девочка, она у вас не из крепеньких. Ой, Боже, Боже. Ой, Боже. Пусть сидит дома. Время лечит, а главное ей все постараться забыть. Вы знаете, она не вылезает из ванны. Я уж подумал. Она не тронулась умом. Нет. Ничего такого я не заметила. Нет.
Держится она вполне прилично. Слава богу. Да, она волнуется, у нее экзамены, экзамены подождут. Вы позвоните в училище, скажите, что она заболела, справочку мы сделаем. Иван Федорович, не убивайтесь вы так. Ну ведь сил нет смотреть на вас, поверьте мне. Все образуется. Да. Вы меня слышите? Слышу, слышу. Слышите. А что она у вас любит поесть? Пельмени. Вот, и варите ей пельмени. Спасибо. Вот так. Федорович, полуфинал начинается. Ты как? Да, тяжело, старик. А этих-то слыхал? Отпустили. Да? А, это ты. Откуда? Ты смотри, как хорошо слышно. Нормально живем. Ну, голос как голос. Нормальный голос. Катерина, ну где же ей быть? В училище. Чё? Ты что, забыла, какой размер у твоей дочери? Приедешь, поговорим. Пока. Можно? Мать сейчас звонила. Из Турции. Скоро приедет. Дубленка тебе везет. У тебя какой размер-то? Не помню. Тут вот еще что. Повестка пришла. К следователю тебя вызывают. Надо идти, Катя. Зачем? Ну, участковый говорит, что могут замотать это дело. Ну и пусть. Нет, не пусть. Нет, не пусть. Эти мерзавцы должны в тюрьме сидеть. Деда, я не могу. Ну-ну, что ты, моя дорогая. Все будет хорошо, вот увидишь. Нет, хорошо уже никогда не будет. Будет. Слово даю. Афонина, заходите. Можно? Я тебя здесь жду. Пришли все-таки. А я уж думал, вы решили отказаться. Отказаться от чего? От своего заявления, пойти на мировую, например. Ну ладно, сейчас разберемся, что же это у нас с вами случилось. С вами у нас ничего не случилось. Значит, вы утверждаете, что вас изнасиловали? Ну и как же это произошло? Я все написала. Да милиционеры тоже много чего написали. У меня такое ощущение, что они прямо рядом стояли. А ведь их не было при самом факте изнасилования. Вам смешно? Ну что вы. Если я сказал для вас что-то неприятное, простите, пожалуйста. Я только хочу уточнить деталь. Вот вы с Вадимом Пашутиным давно знакомы? Да, я вместе с ним училась в школе. Вы дружили? Нет. Может, раз или два он провожал меня из школы. Провожал, руку жал, потом изнасиловал. Я могу идти? Обиделись? Напрасно. Я ведь не хотел вас обидеть. Но понимаете... Характер нашей работы такой, что приходится иметь дело со всякими грязными человеческими отходами. Да вы садитесь, садитесь, садитесь. А вот эти двое, Зворыгин и Чуханов, вы их раньше тоже знали? Зворыгин часто бывал у нас во дворе, он к Чуханову приходил. Это Зворыгин симпатичный парень, красавец, спортсмен, любимец девушек. Ведь это он пригласил вас в тот день в квартиру. Да, он и пошутил. Да, он. Кстати, в институте об этом Зворыгине очень неплохого мнения.
Почему нет? Там он, наверное, никого пока не изнасиловал. Это верно. Следователь Шевелев слушает. А, это ты? Нет, не могу. Сегодня не приходи. Отбой. А Чуханова Бориса, вы давно знаете? Да. Год, 10 лет, 20 лет. Мне нет 20. Но 10 лет-то вам есть? 10 есть. Итак, сколько лет вы знаете Чуханова? Как он вселился в тот дом. Там занято. Значит, вы знакомы с Чухановым год? Мы не знакомы. Сапрыгина, отдохни. Дедуль, тебе не побрызгать для запаха, а? Дура ты. И теперь следующий вопрос. Как часто вы бывали в этой квартире, где, как вы утверждаете, вас изнасиловали? Я не была там до этого вечера ни разу. Но в тот-то вечер вы были и даже выпивали. У меня есть свидетельские показания, где абсолютно точно описано, что вы шли туда сами, под ручку со Зворыгиным, улыбаясь, прекрасно осознавая, что вас там ждет. Если я это выдумала все, скажите мне, зачем мне это надо? Отвечу. Может быть, вы хотите получить со всех троих деньги. А возможно, в вашей юной головке созрел хитроумный план заполучить квартиру. Или вы рассчитываете, что кто-то из троих дрогнет и женится на вас? Вы считаете, что нам не можно жениться только от угрозы оказаться в тюрьме? Да нет, нет. Я так не считаю. Но подведем итог. Почему вы уничтожили все следы? Я не знала, что мне делать. Почему вы не сходили к врачу? Но я же не знала Словом, об этом. Ничего, кроме ваших эмоций, я подшить к делу не могу. Сволочь. Я на него управу найду. Откуда они берутся? Дед, слышишь? А может мне действительно кого-нибудь женить из них на себе? Или квартиру у Чуханова отобрать? Шучу, дед, шучу. Тьфу ты, Господи. Кать, слушай, на набережной в Майами, это американский курорт Майама, 5000 домовладельцев из России. Ну откуда они берутся? В Майами. Ворюги. Что ты уставился, старичелла? Запоминаю. Доказательства собраны с нарушением, явным нарушением процессуальных норм, и поэтому не могут быть таковыми. Вот, явно. Да, поэтому дело, к сожалению, закрыто за отсутствием состава преступления. Я с этим совершенно согласен, и все в рамках закона. А вам, папаша, нужно получше воспитывать ваших детей и внуков. Вопрос есть? Есть один. Откуда вы такие беретесь? Не понял. Поймешь. Придет время, поймешь. Засранец. Что? Что, что слышал? А ну пошел вон отсюда! И чтобы ноги здесь больше твоей не было! Ой, 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 смотри, ты какой голосок у нас прорезался, какие мы жирные, важные. Ах ты, оккупант поганый, рано вы уверовали в свою победу-то, рано.
Заплатите. Придет время, за все заплатите, кровососы. Грозишь, папаша, у меня ведь здесь все записывается. Да за одну такую фразу. Ну да. Вот очень хорошо, и слушай на ночь глядя, вось умнее станешь. Хотя на таких, как ты, надежды никакой. Засранец. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу. Да, живешь. А вот скажи мне, как это получается? Денег в стране нет, а на какие шиши банки строятся? Дядя Ваня, выпей чаю. Спасибо. Чаю нам, пожалуйста. О, это что? Видно, кто уходит, то приходит, а? С чем пришел? Понимаешь, мне нужно $5000. Не понял, дядя Ваня. А что тут непонятного? Я говорю, мне нужно $5000. Путешествовать собрался? Вроде того. Красивая деревня, но дорога... Вот тут и родился. Понимаю, дядь Ваня. Но эта избушка стоит 300, максимум 500. А я продаю за $5000. Избушка тебе не нужна, ты все равно ее снесешь. А здесь через полгода будет шоссе, ты знаешь. Берешь? Да, дядь Ваня, тебе бы серьезным бизнесом заняться. Берешь или нет? Когда нужны деньги. Вчера. Спасибо, хорошо! Дедушка, это ты? Я как-нибудь. Я уж переволновалась. А я в деревне был. Посмотрел, как что. А тут такое случилось. Ну, расскажи, что случилось. Этот приходил. Какой этот? Полковник. Зачем? Деньги принес. Какие деньги? Обыкновенные. И что, ты взяла? Ну, я же не знала, что это деньги. Я открываю дверь, а он без формы стоит. Говорит, простите, Катя, если можете. Я растерялась, а он повернулся и ушел. Спасть ему надо было эти деньги! В самую глотку! Чтобы он месяц запором маялся! Впасть!
На! Получи! Ты это напрасно сделал, старик. А я еще ничего не сделал. Только собираешься? Собираюсь. Будь здоров. Тетя Маша Артемова заходила. Ключи оставила. Куда это она опять все свистала? В деревню поехала. Просила за Кешкой присмотреть. Надолго? Сказала, недели на три. И что же? Там уже знают? Где там? Там. Наверху. Подожди меня. Я сейчас. Деда, остынет! Иннокентий, ты меня не забыл? Иннокентий. Никому не открывай, слышишь? Угу. Дедушка, ну зачем ты эту рвань нацепил в Москву? Ты думаешь, в железнодорожной фуражке тебя бесплатно повезут? Кстати, повезут бесплатно. Шпана. А грабли зачем? Любопытные Варваре нос оторвали. Дед, чего ты задумал? Ты так изменился, только не пойму, в какую сторону. Лучше, Катя, лучше. Худшие мои годы поздно меняться. Дед, а ты в Москву не жаловаться едешь? Отжаловался. Что, не настоящий, что ли? Головы. Какой? Головы. Ты, папаш, бери. Я тебе как ветерану со скидкой отдам. М? Собак пугает. А тебе что? Пушка нужна? М? Гаубица. А лучше винтовка. Ты что, киллером решил стать, что ли? Ты что, серьезно, Варь? Варежку закрой, а то муху залетит, проглотишь.
Нет, ты гляди, что телевизор с людьми делает, а? Бать, это ты по поводу оружия заикался? Это ты заикаешься, а я интересуюсь. Ну, пойдем. Пойдем. Только я заранее предупреждаю. Деньги не при мне. А где? Адрес записать? Или запомнишь? Сюда? Ага. Оставь здесь, батя. Привет. Так это тебе, батя, плетка нужна? Плетка нужна вам, молодым, телок гонять. А мне нужна винтовка. А на нашем языке она так и называется, плетка, из-за звука выстрела. Слышал когда-нибудь? Доводилось. Звук сухой и хлесткий, как плети щелкнули. Оттого и плетка. Значит, мне нужна плетка с оптическим прицелом. Зачем? На охоту собрался. А оптика? Чтобы шкуру не испортить. Складно. А с чего ты взял, что здесь таким товаром торгуют? Телевизор смотрю. Да, это верно. И маслята нужны? Это что, патроны, что ли? Быстро вырубается, да? Ну и маслят. Десятка два. А зачем так много? С картошкой буду жарить. Профессионал попался. Сильно достали? Да. А законная власть? А где ты ее видел, законную-то? Одни кабинеты с флагами, и в каждом кабинете хмырь. А ты денег попробуй дать. За винтовку сколько выложишь? На эти деньги можно купить кого хочешь. Да они уже все куплены. Вот теперь, батя, извини, я твои ясные очи прикрою. Не давит? Стерплю. Ну вот и хорошо. Сюда, что ли? Да, направо. Ой. Да это, батя, мелкашка. Мелкокалиберная тебя, как понимаю, не устроит. А это? А это хорошая машина. СВУ. Укороченная, значит. С глушителем? Нет, батя, с пламя-гасителем. Да нет, ребята, мне нужно с глушителем. Вот клиентура-то пошла, а? Ну хорошо, есть одно специзделие. Заказчик не успел доехать. Ну покажите. Шур, принеси. Но будет на 1500 дороже. И то только тебе, как ветерану. И как участнику Куликовской битвы. Ой-ой. А с глушителем? С глушителем. А прицельная дальность? Ха, молоток. Если не с похмелья, в спичный коробок попадешь с 300 метров. Готов? Угу. Нет, бать, так не пойдет. Послушай. Представь, что у тебя вместо пальца лепесток ромашки. Так. Вот, верхняя галка на цели. Угу. И не дышать, как на рентгене. Угу. Потом ловишь момент между ударами сердца. Угу. Готов? Готов. Давай. Да ты снайпер, батя. Ё-моё, ворошиловский стрелок прям. Какие патроны берешь? А какие есть? Обычные, зажигательные. И тех, и тех. А говоришь, шкуру попортить не хочешь? Передумал. Сколько штук? Давай по десятку. Хм, с запасом. А я всю жизнь с запасом живу. Мало ли что. Спички, керосин, хлеб, соль. А теперь вот и до патронов дело дошло. Господи!
Здравствуй, Вань. Здравствуй. Ой, Давид, ой, насмешил. Ой, перестань. Эй, дедушка. Кто тут живой? Деда! А, ты моя дорогая. Здравствуй. Ой. Па! Вот. Ну, ай, какая шуба. Ну, прямо Снегурочка. Давид. Здрасте. Ну, па, ну что ты, давай, раздевайся, умывайся. Пойдем, котенок, пойдем. Пойдем? Вот так, пойдем. Забудь, котен, забудь. Все, забудь, как будто ничего бы не было. На. Знаешь, если бы я... Давид, уж заткни. Если бы я всех своих мерзавцев с папашки твоего начинаю помнила, да я бы давно с ума сошла, котен. Котен. Нет, мам, не могу. У нас за это давно уж зарезали бы. Если кто женщину обидит... Мужчина не позволит. Тот, когда у меня в Варшаве деньги-то отнимали, ты сбежал. Да молчи ты. Пойду с дедом поговорю. Мужчина виноват. Конечно, конечно. Вот. Чуяло мое сердце-то. Что? Чего ты так дом-то дешево продал? А? Давай, па, вискарик накатим. Ну, давай, доченька, давай. Пап, нам деньги очень нужны, пап. У нас товар во Владивостоке завис. Выручать надо, Давид съездит, разберется. Это что ли? Ну? А следующий муж из детского сада будет? Что ты всякую дрянь ты подбираешь, а? Уж раз он там, в горах, не сгодился, зачем он тебе нужен, а? Сумки, балу таскать, Может, лучше такой, чем наш, пьянь дрвань. Прости, Господи, па, нам очень нужны деньги, па. Нет у меня денег. Ну, как это, так? За дом вторая половина по закону, она же мне причитается. По закону? Да. Нет у меня денег. Потратил. Нет, вы что, в казино играете, в стриптиз ходите, это ж такие деньги. Слушай, ты, торгаш хрена! Заткнись! Ты, Давидик, не обижайся, зачем папа у нас пожилой, старый режим, иди давай. Додик! Ну ладно. Твоя родная дочь чуть жива осталась. А у тебя одни деньги на уме. И мужики. Ты же никогда не была такой, Оль. Они тебя хуже Кати изуродовали. Не дашь денег, возьму у полковника. Какого полковника? У Пашутина. Ради сына выкатит. Ты чё такие мамки паришь? Вон! Парь! Да перестань ты, парь! Доченька! Дед, как ты, а? Ничего. Ну что ты меня пугаешь все время? Ой, не бойся, не умру. Мне еще пока нельзя умирать.
Привет, Федорович. Привет. Здорово, Федорович. Ой, Федорович. Здорово, Федорович, садись. А ты все шумишь, Славка? Да. Ой. Садись. Федорович, ты когда в большой спорт-то вернешься? Шах. Какой там большой спорт? Я в болельщики записался. В своей квалификации не в болельщики, а в тренера надо идти. Среда. Вот житуха. Пьют, гуляют, развлекаются. Да развлекались уже, недоноски. Всяко разно, это не заразно. Чупа-чупа. Проехали, проехали. Спасибо. А вот так, заполучи. Молодец. Век тебя не забыл. Да-да-да. Сюда пришли. Давай-давай. Ну. Ну что сидишь, есть из чего выбирать? Ладья и конь против ферзя. Ферзь сильнее. Ну, ферзь, он и в Африке ферзь. Шах! Что посоветуешь, Федорович? От шаха не умирает. Уйди королем. Сюда! Быстрей! Давай! Я бы с Антоном поиграю.
что случилось? Глупость какая. Получается, как бы бутылка шампанского взорвалась. Что, поэтому яйца оторвало? Да не может быть. А что не может быть? Что не может быть? Знай, план. Дед, ты чего? Устал. А что там за шум на улице? Взорвалось что-то. Сегодня каждый день взрывает. Война. Только не пойму я, кто с кем воюет. А скорую кому вызывали? Студенту. Какому? Тому самому. Зворыгину? Да не знаю я их имен и фамилии. И знать не хочу. Что пили? Ты уже спрашивал. Я спрашиваю, что пили? Шампанское. И оно что, взорвалось? Да. Где он сидел? Здесь. Оружием баловались? Откуда у нас оружие? Ну, граната, взрывчатка. Нет. Может, у него в карманах что было? Нет, он был в трусах. Да, было жарко, он был в трусах. Что ты так смотришь? Я хочу понять, что здесь произошло. Может быть, здесь были посторонние? Нет. А девицы? Какие девицы? Сегодня же среда. Ну и что, мы этим больше не занимаемся? Ну, приятелю вашему уже не поможешь, он кастрат. Но для того, чтобы спасти вас, я должен понять, что тут произошло. Спасти? От чего? Это я пытаюсь выяснить. Кто это? Не знаю. Кого ждете? Нет, ошиблись, наверное. Сидеть! Вот и я. Нравлюсь? Очень. Проходите. Давно вас ждем. Куда же вы, молодой человек? Там тебе и без меня работы хватит. Ау! Здорово, Федорович. Здорово, здорово. Слушай, у меня тут идея возникла. Давай в Генпрокуратуру письмо вместе составим. Что? В Генпрокуратуру давай вместе обратимся. А, давай, давай. Спасибо за подсказку. Что-то ты разъездился. Как не зайду, тебя все нет и нет. Путешествую. Угу. В Америке, говорят, старики только и делают, что путешествуют. Гады. Ну, осилил? Вопросы есть? Нет. Все изложено довольно грамотно. Хотя запятые проставлены не все. Грамматишка у твоих сотрудников... Поясняю для непонятливых, тупых и убогих. Эксперт утверждает, что это была пуля. Понимаешь? Пуля. Та, что оторвала яйца твоему приятелю. Так, ну начнем с малого. Оружие у вас было? Я тебе уже отвечал на этот вопрос. Если ты мне не веришь, можешь начинать следствие. Пусть твои костоломы выбивают мне признание. Пусть пишут протоколы, пускают собак по следу. Пошел вон. Что? Да, ребят,
Такая вот настала у нас жизнь. Смотри, смотри. Чё? Ух ты. Вот тачка. Хо-хо-хо. Да. Видал, на каких новые русские ездил? Машина-то у тебя не новая. Ты бы денег добавил, я бы все новые купил. Слышь, Борь, дай прокатиться, а? Может, тебе двигатель помыть? Ты себе морду вымой, чучело. Там полно оружия. Да им шмот хороший сделан в квартире. Там наверняка целый арсенал. Все время что-то взрывается. Дойдите от машины к чертовой матери. Что случилось? Ну что? Да откуда я знаю, что случилось? Может, мину подложили? Да какая нахрен мина? Как дети в самом деле. Дед, ты дома? Что там творится во дворе? А что там творится? А ты не слышал? Нет. Ты весь день в ванной просидел. Так вся жизнь мимо пройдет. Thank you.
Что это ты возле машины торчал? Здоровьем дружка интересовался? Малость обгорел, но уже в сознании. Какая часть тела пострадала? Спина, зад. Яйца. Я вижу, тебе приятно об этом говорить. Хочешь, я тебе секрет открою? Ну? Ты следующий. Не понял. Все ты понял. Все ты понял. Так что, дорогой, в вашем кругу появится еще один недобиток. Если, конечно, крепко повезет. А если не повезет? Похороним. Ты думаешь, это не случайно? Пулевое отверстие в крышке бензобака. Тогда получается, что Игорь? Ты же читал заключение эксперта. Нифига, вижу, не понял по причине умственной неполноценности. Там ясно сказано, пуля. Пуля. Что же это получается? Отстреливает вас кто-то, Касатиков. Кто? А ты вспомни, подумай, кого вы обидели, поиздевались над кем. У кого есть основания начать такой крутой отстрел? Молодец. Правильно сообразил. Теперь в тебя трудно будет попасть. Если, конечно, он захочет стрелять в окно. А в окно он стрелять не будет. Как я вижу, он проявляет разнообразие. Интересно, что он приготовил для тебя? Какой сегодня день? Среда. С Игорем тоже случилось в среду. И сегодня среда. И с этой шалава... С этой мы тоже в среду пошалили. Двое уже получили за эту шалость. Хорошо получили. От души. А тебя, я как вижу, оставили на закуску, на десерт. Что же делать? Бежать. Бежать тебе надо. Без оглядки бежать. Спасибо, папа. О, дожил. Папой меня называешь. Глядишь, к следующей среде мать мамой назовешь. А как я ее сейчас называю? Старухой называешь. Мамашкой. Кормилицей. Кем угодно, только не матерью. Гордыня не позволяет. Величие. Величие у тебя отросло в одном месте. Его скоро оторвут. Дед дома? Нет. Ну ладно, я позже зайду. Да заходите. Ну как ты? Выглядишь хорошо. Спасибо. Твой-то где, путешественник? В магазин пошел. Значит, скоро будет. Ясно. Что ж ты электричество не бережешь? Не берегу. А это вроде не ваше. Это тетя Машины. Какой тетя Маша? Из 14-го дома. Артемова? Угу. Марья Гавриловна? Она в деревню поехала. Ключи всегда нам оставляют. И скоро будет? Сказала, недели на три. Ясно. Дай водички попить. Угу. Проходите. Я минут через 20 заскочу. Спасибо. Не провожай. Угу. Интересно, интересно. Стало быть, дом продал. Интересно. Я же говорил, всякое преступление оставляет финансовый след. Иван Иванович, ты не можешь мне прислать двух ребятишек надежных? Да какие проблемы? Через 5 минут у вас. Хорошо.
Хозяева будут возражать? Хозяин там старик. Пенсионеры бывают нервные. Ну, как раз тот случай. Что будем искать? Оружие, документы, наркотики? Ну, если это все найдете, я не возражаю. Вообще, меня интересует оружие, патроны, гильзы. И еще винтовка с хорошим боем. Встаньте, пожалуйста. Дед, а что они ищут? Совесть. Совесть потеряли. Что это такое, а? Что это такое? Бумажка. Это не бумажка. Это листок календаря. Я нашел его в мусорном ведре. Ну и что? Ну что это за знак? Крест. Что он означает? Означает крест. Умничаем. Милиция! Грабители в квартире! Поле свободы чит... Вы что себе позволяете? Это что вы себе позволяете, господин полковник? Смотри, старик, не промахнись. Не промахнусь. Спокойно, ребята. Ну-ка, разрешите, я сам. Иван Федорович, можно? Здрасте, Иван. Вы просить кто будете? Артемова, Мария. А он вам зачем? Ключи мне нужны. Какие ключи? От квартиры. От какой квартиры? От моей квартиры. Уезжала я. Где ключи? Какие? От квартиры гражданки. Товарищ полковник, может эти? Гражданка, это ваши ключи? Да, мои. За мной, ребята. И вы, гражданин, тоже. Слабак. Орлы, глянь. Федорович. Чего? Ой, что же я? Здесь же есть путь короче. Извините. Поворот, папаша. Что случилось, Иваныч? Пойду-ка посмотрю. А ты не догадывайся. Иди ты. Ай да старик. Идеальный сектор для стрельбы. Чисто. Хорошо смотрели. Обижает, товарищ полковник. Это ты. Я знаю, это ты. И вот, что я тебе скажу, народный мститель. Если с моим Вадимом что-нибудь случится... Поздно. Что поздно? Поздно спохватился. Уже случилось. Что? Что ты сказал? Что ты сказал? За ним. Конечно, случилось.
Раз он насильником стал, с ним давно уже что-то случилось? Да что у вас происходит-то? Вот и я хочу понять. Черт его знает. Вадим! Вадик! Мальчик мой! Вадим! Вадим! Товарищ полковник! Что вы делаете, товарищ полковник? Скорая, огнестрельное ранение. Поле свободы 12, квартира 4. А, да, и психиатра захватите. Тут еще один. Похоже, тронулся. Федорович, зайди-ка. К тебе? Ко мне, ко мне. Нехорошо, Иван Федорович. Чего нехорошо? Нехорошо, где попало, инструмент свой разбрасывать. А зачем тебе инструмент? Дома в деревне у тебя больше нет? Да так-то, но так, Алеш. Только жизнь тяжелой пошла. Нельзя без инструмента. Никак нельзя. Сам видишь. Все, Иван Федорович. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. С конфискацией имущества. Свободен. А как жить? Свободен. Спасибо, Алешка. Федорович, тебя что, отпустили? А меня никто и не забирал. Федорович, дай я тебя поцелую. Отстань ты, что ты? Федорович, ты настоящий мужик. Дай хоть руку пожму. Что ты, господи, привязался? Вот уж действительно скарлатина. Вот. Слава. Слышно на улице.